Александр Головин после матча с норвежским клубом Сарпсборг, в котором Александр забил гол. Ну, по игре сначала несколько слов. Ну, игра была тяжелая, довольно вязкая, был сильный ветер. У нас не особо сначала получалось поиграть в комбинационный футбол, но и команда такая, много борьбы, длинных передач. Ну, первый тайм получился такой скомканный, на второй тайм вышли, собрались и забили быстро два гола, и тем самым как-то, ну, преимущество стало на нашей стороне. Ну, вообще так ветер мешал, да? Да, я думаю, то, что из-за ветра в основном и не получилось больше поиграть в комбинационный футбол, а перешли на длинные передачи. Момент у тебя был в первом тайме, удар вот этот классный, да, когда в перекладину? Ну да, мне Дзагоев скинул, я сразу решил пробить, чуть-чуть не повезло, попал в перекладину. Ну зато во втором тайме, можно сказать, немножко повезло, да, вот когда забивал? Да, обычно такие вратарь должен ловить, но вратарь ошибся, но мне повезло. Да. Уровень готовности как оцениваешь? Сухой уже вот сейчас и команды к чемпионату. Я думаю, уровень у нас уже оптимальный, мы хорошую форму набрали, и физическую, и уже тактически неплохо понимаем друг друга. Я думаю, за малым осталось, чтобы довести более-менее до идеала. Ну так свежесть уже появляется? Да, уже есть свежесть, уже больше хватает сил практически на весь матч. Я думаю, это очень хорошая подготовка. Сборы уже поднадоели, да, наверное? Ну, чуть устаем, да, но понимаем то, что это нужно, без этого никак. Угу. Все, спасибо.